куда-то сюда вот две утки приземлилось. И не видать. Затаились где-то под берегом. Здесь вот под берегом косяк уток сидел, штук 30, может быть, вверх по течению полетели. Ветрище просто жесть сносит. Помокшие сидят. Озера пока что подо льдом. А вот Манцеровка намокшая уже ото льда освободилась. Манцеровка ото льда уже полностью освободилась, и вода потихоньку прибывает. Вон там утки плавают. Много их здесь сидело, разогнал я их. Но здесь не только я проходил, сегодня воскресенье. Народу много здесь лазит по лугам. Не первый раз уже их расшугали. Гуси также летят. Вчера вечером часов в 11 на крыльцо вышел, слышу, гагакают. В темноте уже летели. Так и кружит здесь над Манцеровкой вот этот косячок, который я спугнул. Приземлились опять в свое место и под берег плывут. Собирается опять там. Там ветра нету под этим берегом. Да, вода прибывает. Неизвестно, сейчас там по мостику перейду или нет. Если глубоко, придется в обход идти. Пока что нормальный, там дальше тоже пройти можно. Но завтра уже, скорее всего, по нему не перейдешь.
проклятые бобры. Тут один мужик сажал эти ивы. А он их каждый год валит и валит. Каждый год приходят новые бобры, считай, ко мне на пасеку. И валит вдоль вот этой маленькой речки все ивы. Бобровая плотина. Вот и моя пасека рядом. Вон здесь все деревья повалил. Здесь вот ива довольно большая же была. Вдоль речки. Все повалил, ни одного не оставил.